Всем привет! Короче, это тест под дождем двух печей. Смотри, какая она прям, как будто уменьшенная копия. Ну, как бы так и есть. Супер миниатюрная парабомба. Выглядит вообще, мне очень нравится. Наша задача, значит, здесь 4,5-5 литров, да? Да. Вот, а там целое ведро в Жиге 2, это Жига 3. Сейчас мы полностью забиваем, ну ты не полностью забил. А вон еще сколько. Забиваем топку полностью. И вон тот таймер. Ставим отчет на таймере и смотрим в итоге, какая печка быстрее скипятит свой объем. Но надо, конечно, понимать. Здесь там под 5 литров, а там целое ведро воды. Ставлю таймер, пошло время. И подношу огонь. Поднеси огонь. Знаете, песня такая была? Поднеси огонь. У Меладзе была? Конечно. Давайте споем с вами вместе. Таймер пошел, без вранья, все. Ладно. Включимся, как будем зажигать тух. Так, народ, всем привет. Очередной раз. Очередной привет. Это Жига 2. Здесь целое, реально, не шучу, ведро воды. Да, и... таймер пошел. Старт. Таймер пошел. Пошел. Какие у тебя впечатления? Я, если честно, поражен размерами Жиги 3. Я вообще в шоке. Если она действительно будет выдавать, это прям бестселлер. И вот эту песню, помните? Разведи огонь моего костра. Сами можете видеть, пошло горение вовсю уже. У нас тут вот такие дела. Ливень. Сейчас тут уже можно париться. Воу-воу-воу-воу-воу! Адский паровоз! Кайф. Народ, ну адский паровоз. Тут уже тепло. О, закипает. Сколько времени прошло, Денис? Денис! 13 минут 40 секунд! Она уже закипает. Так, а это что у нас? Так, здесь... О! О! Здесь что-то надымило. Ветер сильный. А, вон она. Мы слишком дофига дров напихали в Жигу 2. Ну ничего, ничего. Сейчас все будет. Опа. Народ, закипает. 15 минут. Все, вон, пошла. Сколько? 14 минут. За 14 минут закипела. Смотрите, она вся уже. Ай, капец. Мы ее запихали вообще по полной. Но... Чё там? Вот так. На... Она огненная. На холоду, на дожде. Там же еще в трубу-то дождь фигарит. Вот. И, соответственно, из-за такого там давления туда-сюда тяга сейчас должна быть ниже. Но при этом, при всем, она, смотрите, как разогрелась. Закипело и дает нам уже потихонечку парогенерацию. Уже тут тепло, уже мы греемся. О, прям хорошо. Дверь открыта. Вот. Дверь закрой. Короче, народ, мы тут прозевали момент. Тут, оказывается, уже вовсю кипит. Парогенерация идет. Сейчас я посмотрю, сколько. Ну, прозевали момент. 22 минуты. Короче, когда-то она закипела. Сейчас 22 минуты. Ну, можете видеть, что она уже кипит очень хорошо. Вот, такие дела. Ну, у нас, как всегда, все. Немножко через жопу. Ну, зато сейчас попаримся, пойдем купаться, тоже ништяк. Смотрите, какая красота. Вообще ништяк. Самое время сопли лечить. Пошел отсюда. Все посмотрит.
Я это даже вырезать не буду. Короче, мы тестируем, пока смотрим, сколько дров, сколько воды. Сейчас в склянь налили. И там отовсюду вон пошла вода. Ну, отовсюду из сопла и вот из-под крышки. Сейчас посмотрим. Это сколько мы народу у нас поместилось в эту РБ-200? Еще бы трое могли поместиться. Полок ПС-400? 550-й там. Какой, блядь, 550-й? 400-й, да. Полок 400-й, вот, и столько вот, смотрите, считайте, сколько народу. 5,5 человек. Ну, одного за человека не считаем. Вот. Поэтому такая, кстати, все теплее и теплее, она что-то, да, выдает. Пытается, пытается. Ну что, народ, Жига 3, оказывается, прям дает, чувствуется, прям пошло. Есть ощущение? Прям хорошо, да. Да. Не столеварь, не прям вот ад, адовый. Но хорошо, хорошо, прям очень. Скажи что-нибудь. Очень хорошо. Это эффект рыбий глаз? Очень смешно. Рыбий глаз. Ну, короче, прям и попариться даже можно. Это при том, что сегодня... Да, сегодня такая погода. Вот это атмосферное давление, ветер, оно не улучшает. Да, не улучшает эту всю тягу. Это вот, допустим, парабоме было бы пофиг. А этим печкам это не пофиг. Но при этом, при всем, метеозависимо. Прям хорошо. Метеозависимость имеется. Никто не скрывает. В инструкции про это написано. Шикарно. Слушай, если парабоме будет вообще смерть. Сюда-то? Да. Садиться. Ой, дождались мы второго семиизвержения. Это водоизмещение. О, смотрите, она какая вся красная, алая. Вся разгоряченная, прям металл. О, сразу высохла. Вот, и надо сказать, что... О, вот прям сейчас ништяк. Вот прям, о! Вот это кондиция. Вот здесь можно париться. Согласимся. Ой, хорошо. Дает, третий Жига, дает, воля. А, надо подать, а то не успеем. Короче, наше мнение, что ее надо держать достаточно в большом таком огне. И вот сейчас у нас сверху уже, у нас вся она красная была, сейчас только низ. И, наверное, сейчас время поддать. Собственно, если большие будем печи, пробовать. Большие печи, они как бы без разницы, как хочешь, так и делай в маленькой палатке. А с этими печами надо пробуй, немножко пробуй, приноровиться. Давай. Просто попробуй так, попробуй всяк, и будет хорошо. Сюда. Расскажи нам про сухую воду. Про парни, вообще, правда, советую, сходите, сходите, попробуйте. Вода, прям вот не чувствуешь ее, как будто нет. И раз, окунулся. Ногам сначала чуть прохладно. Вот. А тело, я вышел. Блин, да что такое? Плескаю на себя и не чувствую воду. Эффект сухой воды. Да, сухая вода. Это все Жига-3. Жига-3 дает. Эффект Жига-3. Эффект сухой воды. Перед Жигой что-то тоже было такое интересное. Белого сухого эффекта. Или красного сухого. Будем пробовать. Печка Жига-3. Да, обсуждаем, нет, просто обсуждаем. И я его заставил заново эффекта, говорить. Что прям, как вот на пробомбе, у КЦшки ты прям, она шпехнула, и ты вот так вот делаешь. Нет, такого нету. Но на длительном сидишь, и кайф. Вот прям кайф. Прогрелся, ой, прям, Ташкент, прям кайф. У нее прям что-то хорошо. Сейчас я пойду эффект сухой воды пробовать. Здесь еще какой плюс, в отличие от этого. Пошли, я тебя попарю. В отличие эффект от Жиги 2, здесь то, что вы получаете пар вон с того уровня, а у Жиги 2 вот где-то с этого. И здесь, соответственно, получается внизу теплее. Прям вот так. А вверху прям вот так. Ой, хорошо. А, если не подержишь камеру на тройное парение. Да, давай новый парень. О, тройной!
Лоб попай! Позади. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Сухой лед? Ну, вот мне кажется, адов с ней, наверное, не получится поиметь. Пока у нас, кстати, не получилось за всю дорогу. Прямо, чтобы уши короче сворачивались, такого нет. Я считаю, что вот эта печь для этой палатки – это оптимальное решение. И ее в любую, даже в Ниву, кинула, и будет незаметно в багажнике. Размеры вот сами видите, по коленку. Не, ну в ней любой размер будет заметен. Вот. И что хочется сказать? А тут все заулыбались. Следите за нашими... Потому что все ездили на Ниву. Этим. У меня была Нива, да. Когда речь за Ниву зашла, все заулыбались. Мы, короче... Не за размер. Мы, короче говоря, будем дальше тестить, поэтому снимать, все, привыкать к этим, к Нивам, хотел сказать. Дальше будем к Жиге привыкать. Будем пробовать по-разному ее топить, по-разному заправлять водой. И, блядь, следите за нашими выпусками. Мы расскажем вам все на себе, протестим. А пока прямо рекомендуем. Я думаю, обладателям РБ-200 палатки прям понравится эта печка. Ну что, пойдем купаться? Пошлите, да. Пробовать сухую воду. Сухой воды. Сухой воды. Да, давай. Как рекомендует Шибарган? Как завещает Шибарган? Завет Шибаргана. Шапку сними. Шапку сними, бестолковый. Дай вода. О, воды совсем не чувствую. Сухая вода. Ногами чувствую, а телом нет. Половина тела сухая вода, половина мокрая. Ой, вода как зимой, как зимой! Ой, вода теплее! Ну. Ой, сухая вода пошла по костям! Вот чисто! Монах! Здесь монах живет, отшельник. Видите, пеникей делает эти. Вообще-то они за вообще неправильно разгораются. Вообще все делает неправильно. Да. Не соображай. Пусть смотрит наше видео, мы рассказываем, как правильно разжигать. О, смотри, какой дымоганище. Сейчас нормально становится. Охренеть, там дым фигарит, блин. Саны парятся там. Они еще сухой воды не пробовали. Да они побоятся и пойдут. Они застат. Я больше чем уверен. Они стеклы. Монаха нашего зацените, смотрите какой. Взял обед без брача. Теперь монах. Не сходи. Протрите. Как у вас дела? Хорошо. Огонь. Ты знаешь, как будто стало народу меньше. И лучше вытягивает. Она лучше тащит, да, без народа? Да. На двоих, короче. Они говорят, там помогам, вообще ништяк. Что, здесь даже по ногам сейчас тепло. Да? Да. Ну давайте, скажите свои эти впечатления. Когда вдвоем кайф? Пятером много. Иди сухой воды попробуйте. Ну она дымит, офигеть просто, капец. А, это вы с открытой дверью даже? Да, да. С открытой дверью, с открытым стом. Еще как? Сухой воды попробуй! Что-то соприкосновение не наделал. Че? Что-то соприкосновение не наделал. Ух ты, что там делал? Ты маленький. Давай, Люха! Шибарган! Давай, ори. Шибарган! Тапка ушла. Тапочки покласть. Прыгни, прыгни, в воду, воду, прыгни, прыгни со всей силы. Давай, бегом, бегом, бегом. Давай, снимаю. Давай, снимай, снимай, снимай. Ну чё, сухая вода? Этот на камеру готов что угодно сделать. Он говорит, я замерз, хочу в баню. Я его развел. Шапку еще забыл. Развел его еще раз искупаться. Он носом ударился. Да ладно, молодец. Когда? Да вот сейчас. Ты обо что ударился-то? Об дно, наверное. Нет, это у него давно уж. Набери воды. Это у него от отца родимое пятно.
О, спасибо. Спасибо, друзья. А вот сейчас как хорошо после водички вообще не... После сухой воды вообще ништяк! Ой, вот ублюдок, а. Хорошо, да, пошло? О, как хорошо-то, а, без этих уродов. Нежданчик самый главный. А что, ты лицом-то не ударился? А? Лицом не ударился? А что у тебя на... А что у тебя там? Нифига ударился. Да, нос и это между... Вот здесь. Ты здесь чем ударился? Давай, сделай. Кайф? Отлично. Путевый. Кайф. Речка как дополнение ледяная. Дополнение к чему? Дополнение к столу. Ой, народ, реально кайф. Короче, вот после воды она такая ледяная, обжигает, но не чувствуется. Ледяная обжигает, но как вода, ты ее не ощущаешь. Эффект сухой воды. Вот. Реальные эмоции, кайф. Ну, как всегда, я реально что-то, если честно, соскучился вот по таким темам. Хорошо, что мы выехали. Можете посмотреть предыдущие выпуски, там мы тысячу раз об этом все говорили, все одно и то же. Одно и то же. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Кайф просто и кайф. Все каждый раз заново. Ой, народ, обсуждаем. В этой печи мы пришли пока вот к первичному такому выводу. Есть все данные, чтобы стать бестселлером. Потому что вот на 2-3 человека она прям вот все, больше не надо. Ну, и мы тут, соответственно, обсудили, что вот эта палатка-то, она и так и рассчитана на 2-3 человека. А не как мы вшестером забрались и такие типа, давай нам, давай. Вот. А вот вдвоем-втроем прям паришься капитально. И, возможно, не знаю, это уже спросим у конструкторов Мобиба, у Алексея Александровича. Насчет зольника, потому что у старших вот этих сестер этой печи, у КЦ и у Парабомбы есть зольник. Это такая штучка, которую ты выдвигаешь, над ней сетка, там все горит, а угли вот туда падают, в этот зольник ты можешь выдвинуть такую подставку, такой поднос с этими углями, их выкинуть там с прогоревшим пеплом, и этим же зольником ты регулируешь тягу, его открываешь, тяга намного сильнее закрываешь, тяга проще. Вот, здесь у нас регулировки тяги нет, потому что здесь по образу и подобию вот эта часть сделана, как у предыдущей жиги. Вот, кстати говоря, мы говорили, что они совсем одинаковые, они не совсем одинаковые, жига и парабомба с кайфандрой. Ой, с КЦ. Так вот, к чему мы это говорим? Возможно, возможно, если поставить этой печке вот это поддувало, зольник, то она может стать бестселлером, потому что... Потому что КЦ, например, в эту палатку, это надо или 6 человек, и, ну, и вы видели, даже 6 человеком, ну, как бы обжигает слишком сильно. Вот. А для двоих, например, вот это жига. А если бы здесь у нее было вот это поддувало с зольником, я думаю, что она бы сравнялась, очень близка была бы к КЦ. Вот такие дела. Разберем. И при этом, при всем, она имеет вот такие миниатюрные... Ой, как хорошо-то тут. Как тут хорошо-то? Миниатюрные свои размеры, кайфовые. Вот, такое дело. Короче, это первый тест. Пока такие сумбурные мысли, но мы будем дальше ее брать, активно использовать и будем вам докладывать, какие у нас новости и мысли. Ты попробовал воду? Нет. Понятно. Угли готовим. Ой, а тут холодная ванна какая, блядь. Ой, что-то народ, оказывается, вот мы сейчас так вот целую эту пеникейну вот туда засунули, по диагонали, и капец, прямо сильно, прямо КЦ, и прямо вот Пася, Пася, не хочу! Короче, нормально, нормально, надо брать. Ой, хорошо-то как, пойдут купаться. Сухой воды? Сухой воды капнут. Ох, ёпта, там пожар. Где вода, где? Воды не чувствую. Сухая вода, потому что. Сухая вода идет. Ой, народ, как кайф. Как кайф. Как кайф. Вот сегодня какое число? Какое-то? Ноября. Какое число? 13 ноября. 13 ноября число. Смотрите, мы красные.
купаемся, вода минус 15. Я думал, что будет потом. Оказывается, Жига 3 нам вывезла всех нас, количество народу. Просто побольше надо кидать дров. Ой, какой кайф. Всем спасибо, всем пока. Делать шашлык. Пробуем. Что-то меня показывают, угли показывай. Здорово, наши. Это отдельное видео, что ли, будет? Конечно. Народ, привет, здорово. Еще одно применение наших любимых пеникеев – это уголь для шашлыка, для мангала, собственно. Плюсы в чем? Мы их положили, заложили, подожгли, и у нас, собственно, здесь костерок, который можем греться, можем что хочешь делать. Да положи мясо-то готовить. Сами, я хочу показать, сами паримся в бане, а угли здесь сами делаются. Делать ничего не надо, контролировать ничего не надо. Показывай угли, Гош. Вот такая вот история получается. Просто супер классно и удобно. А что подувал туда? Народ, едим мяско. Вот. На пеникеях вон его остатка. На сосновых пеникеях и ну никакого привкуса, там ни сосны, ничего нет. Все это фигня, все это обман. Так что можно тоже так горячо использовать. Такие дела. На 4 штучках. На 4 штуках приготовили. Ай, народ. Глядите, что покажу, обалдеете. Оба. Мы уж тут заканчиваем. Но обнаружили такую фигню, которой что-то я не помню до этого. Вот смотрите, печка. Вся красная. Сейчас прогрею камеру. Вот, смотрите, печка вся красная. Красная. А потом глядите. Блин, не видно. Труба красная, огненная. Блин, как бы показать-то, а? А, ну вот. Огненная труба. Вся труба, три сегмента внутри палатки разогрелись до огненного. До красна. И вот как внутри, внизу сама топка. Просто красная, алая, то также наверху наши внутренние сегменты, которые вот здесь внутри палатки, вот они красные. Вы представляете, у нас такого ни разу не было. Вот это да, вот это мощь, прикол. Короче, берем прокисший этот, хоть и не Новый год, но поэтому и не на костре. Был бы Новый год, на костре бы делал. Долбая ящерица. Короче, делаем наше традиционное блюдо. Это жареный ананас. Запеченный. Может так прямо оставить? Так и оставим. Все, спасибо за внимание. О, пережарили. Ты думаешь? Сейчас попробую за волосы. О, он за волосы идет, смотри. О. Хорош, вот такая история. Хорош. Хорошенький? Да. Вот так вот. Новогодний настроение. Вот так вот, да. Ох, а пахнет-то как. Традиция. С 1 января ехать жарить ананас. А у вас какая традиция на 1 января? Давай, режь. Это мясная лавка. Переверни. Можно так что? Можно. Я правда жареный арбуз не люблю. Да у тебя нету, блядь, никогда ничего с собой. Достаю! 33 ножа и ничего с собой не носит. Видите, у нас дощечка. Одна сторона мясная, вторая рыбная, как положено. А что-то как по-дебильному. Пополам? Ну ладно. У нас это много-много яда. Не прожарили. Я же говорил, не прожарили. Типа еще надо было? Да. Так, а как резать? Как вы обычно режете? Ну, давай, режь по-божьему, дольками, дольками. Это надо вырезать. А перчатки вот. Сними, ты пачкаешь. Кочерыжку удаляй. Она жесткая. Кочерыжку вон мальцу отдай, пусть сосет. Зубы точить ему надо. Ну так я сделаю.
Что ты делаешь? Да, он даже внутри не это. Ну ты сделал. Не прогрелся. Вычистил нож, ты видишь, все размешаю. Не, я прогрелся. Но он это, прокиши. Прокиши? Угу. Да, я по запаху, когда взял его, попробовал, да, он пах прокишем. Все бы ничего, но Гошан привез прокисший ананас. Да не, нормально. Как обычно. Ну что, как вам вкус? Вкусно. Ништяк? Вкусно. Ели вы когда-нибудь жареный прокисший ананас? Впервые. Впервые в жизни. Все впервые на канале Шабарган. Подписывайтесь, мы вам еще не такого покажем.